Обзор по паре новозеландского доллара к американскому доллару, часовой график. Как можно заметить, за последние несколько торговых сессий котировки находятся в уже не столь четком, но все-таки восходящем движении. В целом рынок достаточно перегрет после предыдущего активного восхождения котировок новозеландской валюты. Стоит отметить, что на 4-часовом графике можно заметить достаточно четко сформированную дивергенцию цен между индикатором MACD и восходящей динамикой цен за последнее время, что является признаком ослабления, как минимум ослабления восходящей тенденции на данном рынке. А для трейдеров, которые используют контртрендовые стратегии, можно рассматривать сделки, краткосрочные сделки на продажу. Рекомендую рассмотреть продажи от уровня ближайшего сопротивления 73.40 с дальнейшим выходом у уровня поддержки 72.64, что также находится поблизости как с линии общего восходящего движения на данном рынке, так и с линии 38% по Фибоначчи от недавнего роста. Для трейдеров, которые используют трендовые стратегии, стоит дождаться достижения как минимум первого существенного уровня поддержки, который также находится в этой зоне у уровня 72.64. Дальнейший рост ожидается после достижения данного уровня, и потенциал роста будет ограничен сопротивлением 73.67.